была хорошая игра. Обе команды играли очень хорошо. Обе команды боролись за каждую шайбу. Создавали моменты в атаке. Здорово сыграли вратари обеих команд. В частности, мы долго не могли найти путь к воротам команды хозяев. Но все-таки смогли взять себя в руки и забили важные голы. Наконец-то могу сказать, что я доволен игрой и доволен результатом. Спасибо. Хочу поздравить коллегу с победой. Спасибо. Ну, по своим ребятам готовились к игре. Был сумбур. Старались, но был сумбур. И удаление в овертайме, конечно, так нельзя. А так старались. Ну, что-то видно, наверное, пауза сказалась. Так вроде свеженький, но сумбура много. Готовимся к следующей игре. Андрей, у вас в этой игре по элементам большинства, можете какие-то комментарии дать? Ну, вот я про сумбур говорю, то есть вроде свежие, вроде передачи идут, а вроде моменты есть, завершения нету, так что как бы будем надеяться, что следующая игра. Спасибо. А Дмитрий Сергеевич, сегодня у Югры было 2-3 штанги. Вот, как считаете, это какой-то элемент невезения? Нет, я думаю, что это заслуга вратаря соперников. Если я попадаю в штангу, значит, он правильно занимает позицию. И бросать кроме штанги некуда. Ну, довольны. Безусловно. Спасибо. Андрей Викторович, Полотов играл до этого в чемпионате Казахстана 2 матча. И как-то сегодня ставить не страшновато было? Иванов травму получил на раскатке. Готовили его к игре, он на раскатке травму получил. Так и довольны его было? Ну, взял очко. То есть по такой игре мы, наверное, могли как-то на булит уйти, попробовать посмотреть его на булитах, но опять же удаление это, а там уже ребята разыграли. Ну, хорошо сыграл. Еще вопрос? Спасибо. Спасибо.